Добрый день! Я хочу вам рассказать об одной книге Юлии Борисовны Гиппенрейтер «Общаться с ребенком как?». Юлия Борисовна Гиппенрейтер – детский психолог, и одна из областей ее деятельности – семейная психология. Сама по себе книга является нужной и полезной. Это своеобразное учебное пособие для родителей, как начинающих, так и опытных, которые должны прочитать все. Книга учит, как построить нормальные взаимоотношения в семье, как исправить и изменить сложные ситуации, которые уже возникли, как наладить и улучшить общение с ребенком, как понять его потребности и как говорить с ним на одном языке. Последовательно, урок за уроком, а их в этой книге 10, автор раскрывает нюансы воспитания, а главное – понимание своего ребенка. В этой книге есть масса упражнений практического характера, которые рекомендованы для выполнения взрослыми. А в конце этой книги есть рекомендации по воспитанию трудного подростка. Юлия Гиппенрейтер. Общаться с ребенком как? Дети – наше будущее. Я считаю, что каждый родитель хотел бы видеть своего ребенка счастливым, воспитанным и образованным. Но, к сожалению, не каждый родитель может найти общий язык со своим ребенком. И вот как раз-таки данная книга о взаимоотношении детей и родителей. Мне дается очень много практических заданий и советов. В ней вы можете найти ответ на любой вопрос, касающийся взаимоотношений детей и родителей. Если вдруг какой-то конфликт, ответ вы найдете именно здесь. Чтобы не допустить конфликта, ответ найдете вы именно здесь. Очень рекомендую прочитать данную книгу. Замечательная книга. «Общаться с ребенком как?» Юлия Борисовна Гиппенрейтер. Я читала эту книгу, периодически перечитываю и рекомендую прочитать тем, у кого есть дети. Не ошибусь, если скажу, что книга хороша для всех. Все мы родом из детства. Все хорошее и плохое тоже у нас из детства. Именно от воспитания в детстве зависит будущее ребенка. Книга учит правильному общению с ребенком, настраивает на гармонизацию взаимоотношений в семье. От сложившихся взаимоотношений в семье зависит взаимоотношение ребенка со сверстником и со взрослым. Книга Юлии Гиппенрейтер очень полезна для родителей. В ней описываются понятные простому читателю вещи, внятно, системно, в формате тренинга. В конце каждой главы даны упражнения. Для тех родителей, которые не могут найти общий язык со своим ребенком, рекомендую выполнять эти упражнения. Многих удивит то, что простые и очевидные действия этих упражнений очень сложно совершить. Книга очень интересная, помогает найти пути общения с детьми, когда отношения заходят в тупик. К сожалению, со взрослыми мы часто забываем о том, каково это быть детьми, и с этого момента начинается сложный путь понимания ребенка. Прочитав книгу, я стала больше понимать детей. Просто возьмите, прочитайте эту книгу, и чтобы ваши взаимоотношения с детьми стали более гармоничными. Книга очень интересная, я вдохновлена. Эта книга будет полезна родителям детей всех возрастов. Она дает ответы, как выйти на доверительный контакт, как правильно решить спорные вопросы. Информация из этой книги – это такая основа основ, о которой хотелось, чтобы знали каждые родители. Это не только общение с ребенком, а вообще культура общения с окружающими нас людьми. Поэтому давайте читать эту книгу вместе.